Вот нам все за эти цветы. Ну, какие все нарядные. Ну что, поехали? Поехали, давай, вот его поставим. Баба Валя, он бежит, идет, баба Валя цветы хочет дать. Не, мы уже все. Баба Валь. Боже, сейчас здравствуйте. Здравствуйте, баба. Цветы купили. Ну учите. Что, чего ты помешал? Не надо, не надо. Вот дитя. Давайте. У нас иди возьми. Почему я сразу? Ой, осторожно, баба Валя. Да не бачила, ходи, мой молодец. Ходи сюда. Во. Давай пакет сюда. Баба. Цветок, да. Цветок, да. Привет. Уже сколько машин здесь стоит. Мы не рано приехали? Нормально. Ты что, тяжело цветы? Нормально? Короче, ясно. Ну их много, гляди сколько. Не, мы с ними не просыпаемся. Сейчас только поездки, но даже поэтому я ее выставлю. Конечно, для каждого из присутствующих на нашем сегодняшнем празднике этот день по-своему волнителен и хорош. Но есть те, для кого он отмечен особой радостью и особой грустью. Это наши первоклассники и выпускники. Родители, бабушки, дедушки, уважаемые коллеги, гости и приглашенные. Как обычно, в это время, когда лето встречается с осенью, мы с вами опять встречаемся в нашей школе. Первое, что хочу сказать, это мне безмерно радостно, что вы все живы, здоровы, загорелые, умные, отдохнувшие, пришли сюда. Да, можно похлопать. Жизнь не стоит на месте, и поэтому всегда 11 класс уходит, 1 класс приходит. Снова.
ползет. Катя, это правило у меня лежит. Ну иди сюда, Катя, иди сюда. Иди шашлык будем жарить. Ну чего ты обиделась сразу? Ну чего ты обиделась? Кто тебя обидел? Папа тебя обидел? Не дольше. На, бери мясо. Помогай мясо мне, Катя. Давай мы мясо нанизаем, давай будем кушать. Потом. Будем кушать. Шашлык будем кушать, давай. Да. Помогай, помогай мне. Друзья, сегодня у нас третий день ЗОЖ нашего выпуска. Пришел с ночной смены, завез пока детей, ну, Настю в школу к 1 сентябрю. Туда-сюда, там уже час был, час дня. Лег спать. Она, наверное, скорее всего, смонтировал видео, второй выпуск. Потом лег спать, проснулся в 5 вечера. Вот вам и день пролетел. Ну, сейчас решили на вечер немного шашлыков пожарить. Так вот, дать себе чуть расслабиться. Но на четвертый день уже будем по-серьезному к себе относиться. Еще раз повторюсь, у нас есть 7 дней выпуска ЗОЖ. И за эти 7 дней я буду менять свою жизнь понемногу. И вы увидите результат моего изменения после 7-го дня. Выпуска ЗОЖ, я вам дам свой вывод. У нас есть на все про все 4 дня. Бродяга не сдается, поверьте. А вы в это время подписывайтесь на канал Бродяга Режиссер, ставьте лайки, либо дизлайки, кому не понравится видео.